Всем привет! В этом ролике хотел показать свое зарядное устройство для разных типов литий-ионных, литий-полимерных аккумуляторов. Состоит оно у меня из блоков от мобильных зарядников 5-вольтовых, которые сейчас повсеместно валяются дома у всех, и модулей ТП-4056 с Алиэкспресса. Цена у них вообще копеечная. Из-за того, что здесь насыщено все модулями, пришлось поставить вентилятор, все продувало его. И для него также стоит блок питания. 220 вольт запараллельно все блоки питания. Выхода обязательно развязаны и тут попарно на каждый модуль отдельно. А выход на аккумуляторы уже идут последовательно включены по баночной, считай. Покажу, как работают эти модули. Вот слот на аккумулятор 18650 подключен к первому модулю. Пошла зарядка. Если кто не в курсе, зарядка идет, красный горит, прекращается зарядка, синий загорается. Также я использую для прикормочного кораблика такие вот аккумуляторы. Они двухбаночные, литий-полимерные. Подключаем, обязательно проверять полярность. Все, пошла зарядка. Два модуля работают, заряжают аккумуляторы. Ну, час-полтора они заряжают, так как выход у этих модулей настроен на 1 ампер. Больше нежелательно, они греются. Также использую на лодочном моторе такие вот аккумуляторы трехбаночные. По 10 штук на каждую банку идет. Аккумуляторы типа 18650. Здесь отсутствует балансировочная плата БМС. Подключаем также к заряднику. Все, три модуля в работе. Заряжает аккумулятор. Ну, они будут долго заряжать. Часов 20. Может, побольше. Но я, если надо быстрее, через силовые провода вот эти, через этот разъем, подключаю автомобильный зарядник, включаю, а этим уже дозаряжаю с балансировкой каждой банки на 4,2 вольта. Также на эхолоте Лоренс у меня используются такие четырехбаночные. Тоже типа 18650. Но они сейчас, они у меня полностью заряжены. Сейчас ничего не изменится. Как будут гореть, горели синим, так и будут. Но мы можем немножко обмануть. Вот пошла зарядка, но это будет длиться недолго. Сейчас они быстро наберут 4,2 вольта и загорятся синим. Здесь также нету платы БМС. У меня все. Всем пока.